Каждое утро жителям и гостям курорта приходилось наблюдать неприятную картину. Всего в нескольких метрах от автобусной остановки на Супсехском шоссе 27 на въезде в город участок обрастал мусором. На прошлой неделе специалисты муниципального контроля нашли собственника данного участка. На него был составлен административный протокол за нарушение правил благоустройства. Кроме того, его обязали устранить все недочеты. Произведена обрезка кустарников и сухих деревьев. Значит, выполнены все работы по очистке этой данной территории отбросового мусора. Значит, наводится порядок на этой территории. В данное время сейчас эта лесополоса примет нормальный цивильный культурный облик города. Сильный ветер на этом участке дороги уже не в первый раз становился причиной разрывов в энергосети. Поэтому собственникам будет проведена обрезка еще нескольких деревьев, которые представляют угрозу для линии электро. Передач. Все работы по вырубке уже согласованы с управлением жилищного коммунального хозяйства.